Приветули, ребятули. Сегодня очередной интересный выходной, и мы едем... Мама, так тебя же забанят за эту песню на заднем плане. Никто меня не забанит, меня никто не смотрит. Так, значит, мы едем. Сегодня мы едем в Hillwood Garden музей. Там представлена одна из самых больших русских коллекций, русских коллекций на Западе. И, в общем, одна американка, она ездила в Москву и собирала, покупала антиквариат, иконы, посуду, в общем, все, что могла найти, и хранила в своем доме. И вот после ее смерти в этом доме сделали музей. И мы сейчас едем посмотреть, что там она насобирала. Кому интересно, оставайтесь с нами. Вот мы в доме этой женщины. Это она. Пойдем посмотрим. Вот так выглядит этот особняк. Красиво. Тимофей зачем-то моет таблички. Грязно. Угу. Яйца по Фаберже. Подарок последнего царя России Николая II. Одно яйцо синее. Вот, оно украшено темно-синей эмалью и с инициалами Александра III и его жены Марии Федоровны. И оно усыпано бриллиантами. Если вы присмотритесь, оно блестит, мерцает. Вот. И второе яйцо Екатерины Великой. Оно розовое, вот розовой эмалью покрыто. И там на ней нарисованы миниатюрные фигурки царицы. О, как красиво! Посмотрите, как все мерцает, блестит, да? Вообще красота, конечно. Получается, это флигель построила она для своих гостей. Здесь она принимала гостей. Также они могли смотреть фильмы. Вот это Маковский тоже оригинал. То есть это как кинотеатр. Там они сидели, смотрели фильмы. Вот. В основном тоже все русская мебель. Это портрет графини Самойловой. Написано Брюловым. Оригинал. Ну и мы теперь заходим в столовую. Место для проведения официальных обедов и званных торжеств. И на обедах каждого гостя обслуживал отдельный лакей. Вот. В отдельных тарелках лежали мясо, вино. Отдельно подавали бокалы. Вообще, конечно, красотища. А здесь утренняя столовая. Получается, утренняя столовая для менее значимых торжеств. Ну и завтраков, наверное. Всегда на 4 персоны накрывался, даже если обедало только 2 человека. Здесь висит русская люстра, позолоченная. Ой, какая красивая. Да, русская, из бронзы и зеленого стекла, 18 века. И раньше она висела во дворце Екатерины в Царском селе Санкт-Петербурга. Возможно, тут будет уже не так хорошо видно, но это галерея русского религиозного искусства. Сейчас посмотрим, что тут входит. Ого, смотрите, какие это одеяния, да, священнослужителей. Не знаю, наверное, плохо видно, но тут представлена чаша. Чаша для причастия. Это она? Да? Или нет? Мне кажется, это она, которую Екатерина Великая заказала ювелиру. Это очень красиво. Иконы. Можете представить, да, сколько она вывезла из России в Америку? Я в шоке. И это венчальный венец, который использовался во время бракосочетания Александра и Николая II в 1894 году. Вот. И он был продан и попал в эту коллекцию. Мы вышли из дома и теперь пошли смотреть сады. Тут куча садов.
джунгли зовут вечером в среду после обеда. Надеюсь, вы настолько же стары, насколько и я, и знаете эту песню. When the morning comes, we see what we've become. In the cold light of day, we're flaming the wind. Можете представить, что вы живете в таком доме? Мне кажется, отсюда можно вообще не выезжать. В общем, мы шли-шли-шли и пришли вот к такому русскому народному домику, и это называется дача. Это очень смешно, то есть она оттуда вышла из своего особняка, пошла 10 минут, поеду-ка я на дачу. И приехала на дачу. Смешно. Я не шучу, смотрите, дача. When the morning comes, we see what we've become. In the cold light of day, we're aflame in the wind, not the fire that we've begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that is happening. Всем привет! Мы приехали в Вашингтон. Филипп, как дела? Как тебе Вашингтон? Прикольно, первый раз. Мы пошли в музей, в арт-музей. Тимофей, как всегда, там где-то ползает. Да, Тимофей? Идем! Мы пошли смотреть на выставку японского искусства в арт-музее. When the morning comes, we see what we've become. In the cold... Смотрите, какое-то панно. И оно, получается, повторяет движение человека, который подходит. Например, Филипп шевелит, и там тоже шевелится. Вон, машется рукой. Классно. Смотрите, какие классные. Написано «Не трогать, Тимофей». Смотрите, какой красивый. Он, по-моему, из стекла сделан. И на свету он переливается. Какой-то олененок. А рядом из металла. Ну, конечно, это такой воздушный. Класс. Смотрите, мы дошли до моды. Японской. Ого, какие у нее очки. Да? Вообще прикольное платье, конечно, интересно скроено, да? Написано, что это платье 1988 года из шелка сделано. Это вообще 1938. Ого, какая пантера бежит. В 1989 году. Кто хочет такой наряд? Ну, у каждого платья очень интересный крой, сложный. Очень красиво, необычно. Начинаем танцы японские смотреть.